Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я вам хочу показать 1+1 в проекте, который был сдан в 2010-2011 году. Находится она в хорошей части района Тосмур, около речки и у моря. Один из развитых улиц района Тосмур. Вот такая большая квартира, 1+1. Здесь полезная площадь 75 квадратных метров. Такой 1+1, можно сказать, что очень редко можно найти. Есть бассейн большой. Открытая парковка снаружи. Там ворота открываете, заходите, оставляете. Генератор, зона беседки. 30 минимум квадратных метров полезная площадь этой гостиной, совмещенной с кухней. 20 квадратных метров спальня, полезная площадь. Сторона восток и... Ну да, только восток сторона. Высота потолка 270 сантиметров. 270. Хорошая прихожая, где-то 6 квадратных метров, и большой санузел, где-то 7-8 квадратных метров, как вы видите. Так, цена, дорогие зрители, 124 тысячи евро. Таких цен нету. Уже звоните мне. +90 555 064 9110. Квартира подходит под ВНЖ. Я спускаюсь вниз. Не закрываем ролик. Досматриваем до конца. Так. Есть два лифта. Первый лифт, второй такой же. Красивый. Итак, здесь у нас лестники. Пандус тоже есть. У каждой квартиры есть кладовка на нижнем этаже. В этой стороне у нас бассейн, зона барбекю, расстояние до моря 240 метров до воды, подземный переход, песчаный пляж, ВНЖ есть, бассейн, видите, ну, все, реновация была полностью. Вот фасад здания, дорогие зрители. Так, открытая парковка, территория большая. Вот здесь открытая парковка, машины заезжают. Хорошо управляющая компания. Айдат 550 лир. Вот тут все магазины есть. Шок, Бим, пекарня, генератор. И там оливковые деревья. Там у нас зона барбекю. Угу. Здесь они хотят поменять, поставить лучшую какую-нибудь. Ну, вроде да, здесь уже сделали, да, это новое. Шашлык-машлык. Все, сейчас выйду к улице. Есть также сауна, но она платная, там электричество, надо платить и включать сауну. Так, здесь напротив фруктово-овощной магазин. Сеть-маркет, шок-маркет, фруктовочный магазин, мясник впереди, канцелярия, парикмахерские, там пекарня. Это самая лучшая локация района Тосмур. Отсюда подземный переход, в той стороне речка Дим. Под этим зданием магазин Бим. Ну все, жду вашего звонка, дорогие зрители. Всем пока-пока, ставим лайк, подписываемся на наш канал и пишем комментарий.